Праздник языка в столице Чувашии написали ежегодный всечувашский диктант. Образовательная акция прошла в 6-й раз. Традиционно в канун праздника в столице и всех районах республики пишут всечувашский диктант. В Чебоксарах выводили текст под диктовку на трех площадках. Институт образования, новый корпус ЧГУ и 5-й корпус ЧГПУ. Всечувашский диктант прошел и в школах республики. Стартовали участники в час дня. Те, кто не смог присутствовать, писали под диктовку ведущих местных радиостанций «Национальный» и «Таванрадио». 173 слова и 40 минут на все про все. На этот раз для всечувашского диктанта выбрали отрывок из произведения писателя Александра Артемьева. Отличительная черта текста – сложная пунктуация. Кстати, фрагменты из другой его повести уже диктовали в 2016 году. В итоге список отличников опубликуют на сайте Института гуманитарных наук.